друзья, если вы думаете, что я пропала, это действительно так. Я пропала на съемках, ибо что вчера, что сегодня, мы усердно трудимся над нашим новым проектом. Как бы говорить-то сколько угодно можно красивыми словами, но делать тоже что-то надо. И сегодня у нас было еще два гостя. Вы уже знаете, что у нас была Зоя Яровицына. Вчера Зоя была вторая. Вот, так что скажу вам по секретам, мы уже 6 выпусков отсняли. Впереди еще два гостя, но это послезавтра, ибо моей языковой мышце нужно немного дать отдохнуть, и мне кажется, завтра я буду весь день молчать. Но сегодня, наверное, самый неожиданный, но самый интересный гость был. И совсем скоро вы все увидите. Знаю, что вам надоело слово «скоро», но это действительно прям вот-вот.